Год назад в этом же роскошном городе уже гостили белорусские представители мельницы. И это достаточно ответственно, так как международная творческая мастерская «Мельница моды» специально была приглашена в Вену для участия в Днях экономики и культуры Беларуси в Вене. Показ проходил в Венском центре моды. Австрийская публика воспитана на многовековых традициях, но, объективно говоря, белорусская мода была встречена уважаемыми представителями австрийской общественности, дипломатического корпуса, бизнесменами, тепло и даже восторженно. Что не совсем характерно для взыскательной по своей природе австрийцев. После показа – предложение о сотрудничестве. Как результат, сегодня белорусские дизайнеры в Венской школе моды, а летом приглашены на Дни моды в Вене. Они к нам приезжают со своими новыми коллекциями в мае месяце, а в июне месяце мы сегодня получили приглашение. Мы со своими коллекциями, со своими моделями приедем для участия в Вене в каком-то очень знаменитом историческом центре. Я думаю, что вот это начало, наконец-то мы нашли настоящих наших партнеров, профессионалов, таких же сумасшедших, таких же, может быть, людей своего дела, которые знают, что они делают. Да, наверное, да. Об успехе не говорят, его вдыхают. Счастлив тот, кто не раз переживал это ощущение. Пришло время прощаться с гостеприимной Веной. Казалось, праздникам не было предела. Мельница моды действительно в Вене. Это здорово, вот так вот на Рождество попасть в Вену. Но сегодня у нас у трех человек день рождения. И, наверное, это не просто так, как Маказа отмечает день рождения в Вене. Я думаю, что они сейчас сами расскажут, как это здорово. Очень-очень счастлива, что день рождения в Вене, так получилась такая хорошая атмосфера, друзья, все так вообще очень хорошо. Мельница моды помогла немножко, да? Да. У меня сегодня день рождения, я очень рад, что я отмечаю его в Вене, я тоже первый раз в Вене. Это сердце Европы, культурный город, светский, дорогой, красивый. Это город, где настоящая эстетика, настоящая красота. Поэтому я очень рад, что отмечаю его сегодня, тем более, что именно сегодня прошел с таким успехом у нас показ, который проходил в красивенном, барочном, старинном дворце.
И для меня, наверное, это самый был большой подарок, как для архитектора, что я в этом году побывал в 3 поездках, увидел столько стран Европы и набрался много опыта не только как модельный архитектор. Да, но у нас есть еще и 3-й именинник. Вот так все сложилось, что в Вене отмечают сегодня после показа 3 дня рождения. 3 модели, 2 взрослые, 2 парня и 1 девчонка, наша тинейджер, отмечают сегодня день рождения. Все вместе, вот такой большой семьей мельницы моды в Вене. А где 3-й именинник? Да. Это тоже взрослая модель. А сколько тебе стукнуло? 20, юбилей сегодня. Как вообще день рождения? Небось, 10-й раз. Нет, это просто необычный день рождения. Первый раз я отмечаю его в этой стране. Он очень запоминающийся. То есть меня поддерживают очень много людей, с которыми я работаю вместе, с которыми мне очень весело и с которыми приятно проводить время. То есть помимо того, что мы вместе работаем, мы еще очень хорошо проводим время, нам всем весело. Мы все очень сдружились за время показов, и нам всем, то есть мы все друг, классно, друг, все друг друга любим, да. Главное, чтобы на Пушкинского леса. А, да, самое главное, мы забыли сказать, что мы сейчас находимся на опушке Венского леса.